Ольга, расскажите, пожалуйста, чем могут заняться отдыхающие в свободное время в санатории «Свитязь»? В нашем санатории в свободное время можно взять на прокат бильярд, теннис. Также можно взять лодку, катамараны, велосипед, самокат, электро. Также у нас в вечернее время проводятся турниры по дартсу, бильярду, карнхолу, шафарболу. А также у нас еще вечером организовываются дискотеки, на которых очень весело и забавно. А также еще у нас проводятся вечера караоке, любители, кто любит попеть. А еще у нас организовываются экскурсии на Мирский замок, Лидский замок, Нерсвицкий и Новогрудский. Приезжайте в наш санаторий, у нас будет весело и классно. Thank you.